И мы учим русский язык. Очень часто задают мне вопрос по поводу странных букв в русском алфавите. И первое – это буква И краткая. Что такое И краткая? Что за звук? Давайте вспомним, кто знает английский. По-английски мы говорим why, or by, or hi, it's short E. Okay? Именно такую букву мы имеем в русском алфавите. Смотрите. Мой. Мой. Это мой стакан. Мой. Short E. Окей? Okay? Если мы скажем, это мои стаканы. Мои стаканы. Это мой стакан. Просто короткая буква И. Давайте посмотрим еще, какие слова. В каких словах она встречается. Смотрите. Зимой. Я люблю гулять зимой. Я люблю гулять зимой. Окей? Или у меня сегодня выходной. У меня сегодня выходной. День имеется в виду. Или, например, это мой первый год, как я здесь работаю. Это первый год, как я здесь работаю. Окей? Или в слове английский. Английский. Два раза встречается буква И краткая. Мой муж американец произносит это так. Английский. Английский. But don't worry about it. Russian people understand you, okay? Don't worry about this pronunciation. Only know about it. It's only short E, okay? Итак, до следующей сложной буквы. Я надеюсь, вы меня поняли. Давайте повторим еще раз. Мой, твой, счастливый, любимый, английский, зимой. Вот как-то так. Научились произносить? Все, счастливо всем, пока, до следующей буквы.